Но холодно, не холодно, а есть люди, которые готовы уже и нырнуть, можно так сказать. Прямо с головой. Так, с головой, да, в Енисей и начать купальный сезон. Есть такие, все мы знаем, моржи красноярские, которые уже сегодня начинают сезон плавания. И наш корреспондент Юлия Кравченко прямо сейчас находится на берегу Енисея. Юлия, доброе утро. Скажи, пожалуйста, во сколько начинаются начинаются мокрые процедуры весной у креофилов? Доброе утро, студия. Ну, я могу сказать то, что сейчас начало 9-го, а я, так сказать, уже немного задерживаю всех этих ребят, которые занимаются таким вот видом спорта, немножечко холодноватым для меня. Но вообще поподробнее о том, насколько полезно вообще этот вид спорта, хотелось бы поговорить непосредственно с членами клуба моржей. Вот просто посмотрите разницу, вот как я вот, да, одета, и вот как одеты вот эти вот ребята. И причем, вы знаете, я так понимаю, им пока еще не холодно. Ну вот давайте представлю. Это, получается, Любовь Валиева и Зуровка Капанадзе, да? Ага. Ну вот, Любовь, расскажите, пожалуйста, сколько вы вот занимаетесь таким вот видом спорта? Я 11 лет занимаюсь таким видом спорта и очень рада, и очень довольна, потому что это очень помогает оздоровлению. То есть самочувствие улучшает, получается здоровье, закаливание, иммунитет повышает. А есть ли какие-нибудь противопоказания? Противопоказания, я думаю, если в меру заниматься, практически нет. Ну, может быть, какие-то врачи, может быть, знают, но у нас и сердечники купаются. У нас купается мужчина, у которого внутри стоит стимулятор, кардиостимулятор. Он тоже купается. То есть у нас... Ну вот, Зураб, а вот вы вот на себе видели вообще вот, ну, какую-то пользу того, что вот вы начали заниматься этим? Я год назад сюда приехал, у меня была позвоночная грыжа, две штуки. Начали сюда приходить, заниматься. И я вам честно, искренне говорю, что все хорошо, все в порядке. Оказывается, это природа наша, Енисей, это очень сильная, дает, заряжает природой. И мы очень благодарны, что весь у нас Енисей. И Красноярск, это, не знаю, как вам сказать, что это все. И три в одном здесь находится. Вот скажите, пожалуйста, по поводу воды. Давайте вот немножечко пройдемся, чтобы показать всю мощь Енисея. Вот, а я так понимаю, когда сходит снег, вода становится холоднее. Вот примерно сколько градусов? Ну, сейчас может быть где-то около плюс один, вот так вот может быть. Да, когда тает снег, она вот снеговая, она самая холодная, даже холоднее, чем зимой. Она такая студеная прямо вот. Что с гор все это сходит, снег, она вот такая вот студеная. И сколько, получается, нужно пробыть в воде, чтобы вот, ну, совсем не замерзнуть и судорогой ноги не взяло? Ну, зимой мы обычно окунаемся, ну, вот там 10, 15, 20, 50 самый большой, достаточно зимой. Ну, а летом побольше, на километр плаваем. Ну что же, давайте все-таки перейдем от слов к действию. Хочется посмотреть, каким образом вы все-таки это делаете. Я желаю вам удачи, потому что прям вот с видом холодно. Не зря говорить... Кирилл, Россия, Грузия – это святая Русия. Вот эта природа – это нам, для нас это большой дар. Так что спасибо всем, благодарю. Ну, давайте. То, что я могу сказать, что вообще сегодня температура воздуха, вот мне показали минус один, это значит, что температура воды, ну, вот примерно плюс три. Ой, еще стоит сказать, что, в принципе, вот такой вот вид закаливания вообще появился где-то в Древней Руси, когда вот после бани люди окунались, либо снег обтирались, либо вот так же окунались, получается, также в холодную воду. Вот. Ну вот, собственно, давайте встретим первого уже у нас, да, плывшо. Ну вот, как ощущение, не холодно? Здорово. Здорово, это вообще... Вот, как говорят, через космос заряжаемся, в самом деле, вот. Сейчас для нас это целый день позитив, энергия, вообще... У меня слов нету. Тоже приезжайте, попробуйте. А вот после того, как вы вот окунулись, у вас есть какая-нибудь процедура, типа обязательно горячий чай? Ну, желательно, да. Да, желательно. Ну, в общем, она уже 11 лет занимается. Нас учили очень хорошо и красиво. И чай обязательно нужен, чтобы погреться немного. Так что я рад буду, что все со всеми поделимся, чтобы вы тоже занимались. Моржи не болеют.
Ну вот еще хочется сказать то, что вот в эти праздники также мы не будем отдыхать, потому что будет устроен такой традиционный заплыв. Но вот хотелось бы тоже также поподробнее узнать, Любовь, подскажите, пожалуйста, вот вообще вот когда, каким образом будет проходить вот как раз этот вот ваш заплыв традиционный 9 мая? Да, 9 мая примерно 12 часов мы все собираемся здесь, все, кто может, и сплавляемся, заходим метров на 50, мы покупаем веночек специально для 9 мая в честь памяти погибшим и делаем заплыв. Угу. Все сюда приплываем, потом пьем чай. Разным. Ну вот я знаю еще, что помимо того, что у вас есть такие взрослые, у вас еще есть такой клуб для начинающих, для юных моржей. Да, у нас рядом есть клуб «Крепыш», где прямо совсем малыши купаются. Он уже тоже достаточно давно существует, наши соседи, да, есть. И у нас в клубе есть целые семьи, прямо несколько семей, которые вот совсем с таких вот с полугодика детей купают. Оздоравливают, и дети растут здоровенькими, такими активными. В общем, у нас есть семья Савчуков, у которых 4 детей, и они все купаются в Енисее. А с какого возраста лучше как раз вот это вот начать делать? Ну вот мамочки наши, они с полугодика начинают. Они начинают сначала дома их обливать, а потом уже ближе года приводят сюда и купаются. Прямо в Енисее их и зимой причем тоже купает их круглый год. Ну, мне кажется, самое главное это просто начать. И вот, вот этот вот, может быть, захват в воду, возможно, он самый такой для себя страшный. Это главное перебороть. Вы знаете, детки, они не ощущают так холода. Чем меньше ребенок, тем легче его приучить. Они еще не понимают. И, как правило, они потом с удовольствием купаются, они привыкают к этому и уже с удовольствием бегут, купают, тянут родителей за руку, что пошли купаться, бане жарко, а здесь вот самое то нормально. Ну, спасибо большое. Сейчас, мне кажется, всем нам необходим вообще горячий чай. В общем, занимайтесь спортом, закаливайтесь. Ну, перед этим обязательно спросите консультацию у врача. Студия, вам слово. Спасибо большое, Юля. Действительно интересно. Мы сейчас с Габриэлем доведем программу и пойдем, наверное, как раз недалеко спустимся и поплывем.